Эти фото попали к нам в редакцию от очевидца. По этическим соображениям нам пришлось их размыть. Погибший получил очень серьезные травмы. Трагедия случилась 10 июня около 8 часов вечера. По словам свидетелей случившегося, мужчина шел со стороны улицы Яковенко через станцию Канск-Перевозинский в противотуберкулезный диспансер встретить жену. При этом переходил ЖД пути в неположенном месте. На 43-46 километре, 6-м пикете Красноярской железной дороги был травмирован грузовым поездом мужчина 85-го года рождения. На звуковые сигналы мужчина не реагировал, со слов машиниста. Переходил железнодорожный пути не установлен на месте. Чаще всего такие необдуманные поступки совершают взрослые люди, а дети берут с них пример. Но инспекторы все же надеются на сознательность граждан и просят быть внимательными, осторожными и законопослушными. Началось время летних каникул. Все дети находятся на каникулах, то есть предоставлены, в частности, в большинстве, сами себе. Уважаемые родители, в этом году уже зарегистрировано 44 случая травмирования несовершеннолетних и 35 случаев травмирования несовершеннолетних со смертельным исходом. Большая просьба к родителям, ко взрослым беседовать со своими детьми, объяснять, что железная дорога – это зона повышенной опасности, это не место для времяпрепровождения. Несмотря на постоянные предупреждения и уже случившиеся трагедии, люди продолжают нарушать правила безопасности и надеяться на авось. А ведь совершенная ошибка может стоить жизни. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.